Доброе утро всем. Сегодня у нас 5 декабря 2023 года, вторник. Ну, у нас сегодня день поменялся. Мы сегодня во вторник пошли работать в нашу теплицу. Знаете, уже прошло, ну, наверное, 2 часа уже работы прошло. Жан-Люк у меня сегодня собирал, видите, зимние овощи вот такие вот всякие. Видите, там травка уже какая выросла. Все растет тут. Вот он у меня лук чистит сейчас на луке. Сортирует в хороший лук и подгнивший. Ругается, говорит, много-много лука приходится выбрасывать. Вот. А я здесь опять на своих, как это называется-то, на своих фасольках. Видите, фасольку перебирала уже, вот перебрала целый, вот видите, целая ведерко, короче говоря. И еще меня заставили, ну так скажем, заставили, попросили вот эти вот приготовить для следующего, так скажем, для следующего урожая, для следующих рассады, для следующей рассады, правильнее сказать так. Нужно стереть вот ластиком надписи, ну или вот специальным средством, какое-то средство тут дали мне, типа ацетона, вот эти всякие названия, говорит, подготовить для следующего сезона. Вот, у нас так это прохладно. Я с вами разговариваю, у меня прям пар идет изо рта, так скажем, потому что и солнце в то же время, и прохладно. Ну, кофе попили горячего, и все-таки как-то полегче стало. Вот видите, как у нас тут сегодня. Ну, особо ничего не меняется, но тем не менее что-то собирают, что-то тут делают, в общем-то. Работа у всех находится, вон чистят, видите. Какие-то тоже овощи, тут лучок, что-то еще. Сейчас посмотрим, что они тут чистили. Другая группа женщин вот занималась тут у нас. Да, вот луком. Видите, лучок. Чистили еще вот какие-то на салат травки. Еще вон, видите, такие вот. Это вот все называется зимние овощи. Они все пойдет это на рынок, на продажу. Завтра, по-моему, у них рынок, они готовят к продаже, чтобы красиво все это смотрелось, чистенько, прибрано, так скажем. Ну, вот так вот, видите, все как растет. Вот так вот у нас тут все на своем месте. Надо же, все еще перцы тоже еще не убраны. Их убирают, но потихонечку. Видите, как все. Так, небольшой обзор, так скажем, еженедельной нашей теплицы. Совсем маленький обзорчик решила я сделать. Тут тоже что-то растет вот в этой вот большой теплице. Теплица в теплице, так скажем. Не знаю, что там растет. Там, по-моему, тепло включено, отопление, мне кажется. Сейчас я посмотрю. Видите, так и стоят. Все на них, я смотрю, на эти цитрусовые каждый раз. Все так и стоят тут. Я, кстати, вчера тоже по случаю купила 2 уцененные орхидеи, короче говоря. Они отцвели. Стоили они с цветами где-то 14 евро. А отцвели, их стали продавать за 1 евро, короче говоря. Ну, я купила 2 штучки. Думаю, ладно, посмотрим. Выживут они у меня, не выживут. Вот, хотя садовод-то я еще тот, как говорится. Вот, все тут у них стоит. В теплицу не буду. Хотела в теплицу зайти, она закрыта. Вот так вот. Травка растет. И солнышко. Такое теплое достаточно. Сразу так тепло и хорошо стало в теплице. Видите, вот зимние это овощи какие тут у них. У них еще одна есть теплица, и там вот еще тоже выращивают много чего. Но она в другом месте, туда и нужно идти. Видите, солнышко пробивается. Сегодня ночью будет заморозок. Я посмотрела по прогнозу погоды. Ну ладно, пока-пока. Спасибо за внимание.